В Московской области состоялось официальное открытие мотосезона. Уже не первый год Государственная инспекция безопасности дорожного движения устраивает в честь этого события праздник под девизом «Мы вместе за безопасность дорожного движения». На площадке «Крокус-экспо» гостей ждала яркая и насыщенная программа. Выставка современной и раритетной техники подмосковной госавтоинспекции, интерактивные площадки и мастер-классы. Ленинский район представляли инспекторы ГИБДД Ленинского района и студенты колледжа Московия. Гости мотопраздника осмотрели экспозицию «Ночные волки детям». Они смогли почувствовать себя настоящими гонщиками и принять участие в призовых велогонках. Лично убедиться в важности применения ремней безопасности в транспортных средствах на одной из тематических площадок, а также поиграть с веселыми клоунами и ростовыми куклами. Затем начался красочный парад, который по традиции возглавили сотрудники специализированного мотовзвода ДПС Госавтоинспекции Московской области. За ними последовало захватывающее шоу с показательными выступлениями профессиональных спортсменов, вызвавшее массу положительных эмоций.